В стране разыскивается самая красивая девушка. Могилев, Брест, Витебск, Гродно, Баранович и всего 126 районов будут участвовать в предварительном этапе. Кастинги по всей стране продолжатся до конца года. Претендовать на участие могут девушки не моложе 18 и не старше 24 лет, ростом не ниже 174 сантиметров. Участницы не должны состоять в браке и иметь детей. Лучшие поборются за главный титул королевы красоты в финале «Мисс Беларусь» 2020 в мае. Ну а сейчас настала очередь бобру. Красавец. Будущие врачи, программисты, юристы и дизайнеры – это не полный список мест, где работают прекрасные девушки Бобруйска. Во Дворце искусств их собрала мечта одна на всех – стать обладательницей короны и титула «Мисс Беларусь-2020». Более 30 участниц пришли показать себя во всей красе. Жюри оценивало внешний вид, а также разносторонние интересы. Задавали вопросы о том, где учатся или работают претендентки, как проводят досуг, какие книги читали и что даст им победа в главном конкурсе красоты. При таком ажиотаже отборочной комиссии приходится внимательно осматривать каждую из претенденток. Поэтому от них требуют максимальную собранность и лаконичность. Выслушают обязательно каждую. Среди претенденток опытные модели и те, для которых этот кастинг первый. Самые юные участницы – вчерашние школьницы. Туфли на высоких каблуках, минимум макияжа и за полчаса до начала – единственная репетиция дефиле. «Мисс Беларусь» – это национальный конкурс красоты, а не школа моделинга. Поэтому и требования здесь помягче. В качестве жюри я уже выступаю второй год подряд, ну, то есть, наверное, я так понимаю, второй сезон. Первый год было участие гораздо меньше. Сейчас есть чего выбрать. На самом деле есть девочки достаточно перспективные, у которых, в принципе, есть хороший шанс на прорыв в городе Минске. Покорять большие подиумы 19-летней Диане пока не приходилось, но маленький модельный опыт у нее все-таки есть. Была первой красавицей в школьных конкурсах, а затем и в колледже. Заявку на отборочный тур подала больше ради интереса. Но аппетит ведь приходит во время еды. Почему бы не победить? Нашему культорганизатору приходят различные вот упоминания о мероприятиях, которые будут проходить в нашем городе. И она мне предложила: «Диан, ты высокая? Иди, почему нет?» Я сказала: «Ну, почему нет? Хорошо». Я рассчитываю на то, что жюри по достоинству оценят мои таланты, то, что они заметят мой потенциал, и, ну, я надеюсь пройти дальше. Красивые и умные девушки для Беларуси не редкость, но на конкурсе нужно уметь себя преподнести, добавить уверенности и приправить выступление харизмой. Этот рецепт поможет попасть в следующий этап национального отбора. Главное – показать свое истинное лицо. Надо запомниться жюри так, чтобы они могли вспомнить тебя из 100 девочек. Поэтому надо, конечно, пару пожеланий им дать в этом плане. В следующий этап областной вышли 3 девушки. К слову, наши землячки еще ни разу за всю историю конкурса не побеждали в нем. Но мы не теряем надежды. Возможно, именно в 2020 году бобруйская красавица запишет свое имя в список самых-самых. Мисс Беларусь Бобруйске! Максим Кемель, Андрей Богдан. Итоги недели.